В первой половине 2023 года также пройдут выборы в мажилисы и маслихаты всех уровней, об этом сообщил глава государства. Он подчеркнул, что развитие парламентаризма занимает центральное место, поэтому все изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить до конца этого года. Увеличение же количества партий будет способствовать политической конкуренции, а избранные по старым лекалам органы власти должны будут обновиться, пройдя электоральный цикл.